здесь, да, папочки милые, это про вас. Можно мне папскую такую музыку? У дивана привлекательный рельеф. На диване растянулся папа Лев. Он с густой и пышной гривой бородой. Он веселый и красивый, не худой. Загрустил и прослезился небосклон. Под зонтом не поместился папа-слон. Водит длинную машину-грузовик. Если нужно двигать шкаф, его зови. В первом классе показательный урок. Заглянул солидный папа-носорог. Чей он папа? Абсолютно не вопрос. У Артурчика такой же точно нос. Папа-чайка, белобрысый черноглаз. Папа-чайка, альпинист и скалолаз. Он спортивнее, чем прочие отцы, и за ним летят такие же птенцы. Вот и кончился коротенький стишок. Спит уже горластый папа-петушок. Утром всех разбудит, всех растормошит. А пока спокойной ночи, малыши. Ну что, есть будущее у моей детской книги? Поаплодируйте.